В лифте и на лестничных клетках стоит едкий запах канализации. Уже не впервые жильцы 4-го подъезда дома номер 19 по улице Московской сталкиваются с этой проблемой. И ни для кого не секрет, что ее причина кроется за закрытыми дверьми подвальных помещений. Все жильцы нашего дома задыхаются от запаха из подвала. Это невозможно. Каждый год таким дерьмом несет, и все время комары. Видно, прорывает там, ну как, дерьмо и прорывается, наверное. И вонище такая. Мы звоним ежегодно. Как рассказывают жильцы дома, после обращения в управляющую компанию коммунальщики приезжают и засыпают подвал с шахтой лифта хлоркой. От этого запах не исчезает, а становится более едким и невыносимым. Глаза выедает. Невозможно даже пройти. Даже в квартире воняет. Вот сидишь и прям запах, мне кажется, везде даже. Каждый год у нас вызывают там комаров. Морят. А комары уже такие нахальные появились. Они не боятся никакой химии, ничего. Они такие мелкие, пролезают через москитную сетку, а кусаются прям так. Раз, через каждые 2 сантиметра садятся. Ситуация усугубляется с наступлением тепла. Запах нечистот распространяется на весь подъезд, вплоть до 9-го этажа. А насекомые, появившиеся тут от повышенной влажности, поселяются не только в местах общего пользования, но и в квартирах. Весной особенно, где еще нигде нет комаров, у нас уже в квартире летают комары. И тут сейчас просто не видят, а то они обычно прям по лифту летают. Очень много. Ребенка у нас заедали. Мы накрывали его сеткой, и все. Все от этих комаров, от этого подвала лезет. Как нам пояснили в центре ЖКХ, недавно там произошел засор. После его ликвидации коммунальщики обработали подвал хлоросодержащим раствором. По мере высыхания будет проводиться уборка помещения, которую планируют завершить уже к середине следующей недели. Но, как оказалось, засоры и запах канализации – это полбеды. В подвале этого дома регулярно появляются грунтовые воды. Они-то и не дают помещению высохнуть. Отсюда постоянный запах и влажность. Спасти жильцов может только капитальный ремонт. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.